Очень плохо рулю, и что, Ёша, ну вообще, где ты права вообще получила? Что это такое? Сейчас утопим наш корабль. Я просто одноногий Джо, я бегу, я пират. Серьезно, мы будем падать, блин, а у меня муж так тебе на ручке. Иди с удовольствием. Всем привет, друзья, и мы сегодня с ребятами будем строить корабли, но мы будем строить их вместе. Ну, то есть не каждый себе, а все вместе один огромный корабль. Ребят, так получается, мы сейчас точно дойдем до финиша все разы? Ну, должны, по крайней мере. Давайте скорее строить. Ребят, ну, давайте, наверное, сделаем так. Сначала построим какой-нибудь простенький корабль, который просто будет, не знаю, объединять наши стили, что ли. Вот, потом чуть поинтереснее, и потом просто супер неубиваемую штуку, которую я не знаю даже как рулить мы будем, но как-то постараемся. Ну, давайте попробуем. Ну что, ребят, давайте, наверное, просто каждый возьмет по стеночке и сделает ее. Сделаем, ну, не знаю, например, 6 на 6 или 7 на 7, достаточно будет так или нет? Это каждому? Ну, да, типа каждый в свою сторону, вот 7 штук, вот от меня кто-то делаете, еще 6 штук. Да, ага. Вижу, Лана пошла, а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот, Ульяна, теперь ты можешь делать в сторону Евы. Давайте я тогда другой блок возьму, вот так. Давай, почему бы и нет, вот, отлично, неплохо, неплохо. Вау, круто. Так, ладно, ребят, давайте просто заполним всю пустоту, скажем так, которая у нас тут образовалась. И я вот так немножко сделаю, а теперь примусь за отсек двигателя, чтобы просто хотя бы рулилось что-то у нас и, так скажем, было защищено, потому что обычно двигатель у нас как раз-таки и умирает, мягко говоря. Я решила сделать впереди немножко защиты, потому что вот эти розовые блоки, они очень легко ломаются. Ну да, это точно. Ой, ребят, какой-то странный у нас корабль получается. Давайте скорее уже какие-нибудь кресла, да и поехали. Ёша, ты чё там уселся? Это же опасно. Тебя же разобьет. Не, нормально, нормально, мне так удобно. Ну хотите, я себя немножко тоже вот так вот огорожу от всяких опасностей, может, мне будет так более комфортно. Ой, не знаю. Так, ну что, ребят, наш корабль готов, и давайте отплывать и спробуем этот корабль. Так, ой, кто-то напоследок решил поставить свой двигатель, не знаю зачем. Я на случай. Мне просто было хуже видно, я понял. Прости. Я просто вдруг подумала, что если у тебя все сломается, то я смогу им управлять, и, возможно, мы выживем. По-моему, вообще это не так работает, кстати говоря. Почему? Ну, когда мы пробовали такое, у нас ничего не получалось. Ну, он у меня, по крайней мере, работает. Нет, крутиться-то он будет крутиться, просто никогда он не вез корабль. Угу. Ребят, а знаете, мы забыли поставить пушки и вот эти вот штуки, которые блокируют. Я только об этом хотела сказать, да, это наше упущение. Ну, ничего, ребят, в таком случае в следующий раз мы все вспомним. Ну, или почти все. А мы припарковали? Нет, почти, это было близко, но нет. Все задумывалось немножко иначе. Ау, ау. Ой, так, ребят, а по-моему, я вас угробить собрался, если я не ошибаюсь. Да, была такая. Да, вот да, я помню, ребята, чертиков, они вообще злые очень. Да, очень злые. Эй, отстаньте, эй, отстаньте. Ребята, страшно. Нет. Ёши! Так, все, ребят, вот и все. Ну что, ну, Ева, все, давай рули. А Ева не может рулить, ее двигатель тоже снесло. А, в смысле рули? Мой двигатель был посередине. Ага. Все ясно, ребят, похоже, мы далеко не уедем. Ёши, Ёши! Да. Ёши, живи, осторожно, садись. А я живу, все, все отлично, спасибо. А куда мы плывем? А как мы плывем? Ёши, двигатели! Ребят, я не управляю нашей машиной. Ребят, мы, кажется, плывем обратно, потому что в момент поворота пропала вот эта вот Ёшина управляющая штуковина, и мы можем просто высадиться на берег. Ага, ну, да. Ну давайте, почему нет, погуляем. Ребят, давайте, наверное, все-таки высадимся в воду, потому что мне кажется, что наш корабль дальше не поплывет. Это точно. Так, ну что, ребят, мы поняли свои ошибки, и знаете что? Сейчас нужно обязательно вспомнить про всякие штуки, которые нам помогут расправляться с нашими препятствиями. Там, например, коробочка вот та, которая у Ланы есть. Ага. Либо несколько слоев защиты и прочее, прочее, прочее. Мне кажется, Ёша там замуровывается. Ой. Да, я готов. Если уж умру, значит умру точно. Это моя маленькая комнатка, квартирка, можно сказать. Капец, а тебе там не тесновато, а? Да нет, вроде бы комфортно. Клаустрофобия не беспокоит, поэтому я готов к отплытию. Тем более, что у нас вот такой вот просто здоровский
корабль боевой. Я прям уже предвкушаю победу. Да, в этот раз мы хорошенько подготовились. Прям такой боевой у нас получился корабль. Очень много пушек и, в общем, вот этих штук голубеньких. Да, мне очень нравится. Ой, ну, я надеюсь, что он выдержит наше путешествие. Ну, давайте проверим. Так, ребят, а чьи здесь пушки вообще? Мои впереди. А мои по бокам, слева и справа. Я даже купила специально два, чтобы было симметрично. Так, ну что, ребят, ну, пора как бы вам уже вроде бы использовать свои пушки, может быть. Нет? Как вы считаете? Ага, спасибо. Ой. Разбомбите корабль наш. Спасибо большое. Давайте. Нормально, Ёж, все работает. О, вот, это другое дело. Это мне такое уже нравится. Да. Ой, как приятно. Ой, а вот сейчас немножко... Ага, и еще разочек, давайте еще. Ой, мимо. А что, пушка одна отвалилась? Опа! В смысле? Ладно, давайте, я немножко поеду дальше, все. Здесь можно, в принципе, ничего не разбивать. Ребят, почему-то пушка упала. Это кто-то стрелял через центр боковыми пушками, что ли? Непонятно. Кто-то, это я, и это сделала я случайно, я хотела переключиться на другую пушку. Все понятно. Ой, как хорошо, Ой. Слушайте, одно удовольствие вот так вот путешествовать, просто класс. Ой, я только хотела сказать, почему здесь ничего нет, а тут огромные шарики. А тут пушки не помогут. Так, ребят, шарики, по-моему, не... Сверху! Ребят, нажимайте свои вот эти штуки. А, ладно, не надо, все. Мне кажется, они не работают. И вот я опять что-то не так сделала. Ну, что ж такое? Да что это за шар? Мы лишились еще одной пушки. Блин, этот шар какой-то вообще непонятно, он упал с неба. Ладно, ребята, я включаю, поплыли. О, ладно, давайте, хорошо, давайте так, все. Мы плывем? А что происходит? Эйлом... В смысле? Вот класс, ребят. Вот спасибо. Ребят, пушки чьи-то остались, давайте. Еще есть. Ага. Так, да, это моя вот одна и даже две мои. Ой, хорошо, вот пойдет. Да пропустите, эй. А что, мы застряли? Ну, кажется, да, какие-то что-то непонятное в этой игре творится. Три пушки, почему-то, ребята. Ребят, почему-то наши защитные штуки, атланы, они максимально быстро сломались, непонятно почему, серьезно. Может, они были выше всех? Да нет, они нормально стояли, я всегда так ставлю. Ладно, а ты не хочешь сесть? А, ладно. Кстати, да, тебе там да, нормально стоится. Да, спасибо большое, я даже не заметила, если бы вы не сказали, так бы и не видела. Ой, ребят, кажется, с этими двумя пушками мы далеко не уедем. Спокойствие, ребят, спокойствие. Нормально, рулюю. Так, ну, пока все хорошо. Слушайте, ну, а Ёшина блокировка очень хорошо работает пока что. Еще ни одного даже камешка не исчезло у него из комнаты. Да, только у меня волосы с головы исчезли. Ну, это не главное, да. Не то, чтобы это очень большая проблема, но тем не менее. А надо было голову тоже защищать. Слушайте, ну, как рулит-то? А вы просто посмотрите. Да вообще. Так, ребят, сейчас сглазите. Ай, немножко сглазили. Очень плохо рулюешь ты, Ёша. Ну вообще, где ты права вообще получила? Что это такое? Сейчас утопим наш корабль. Я даже удивлена, что мы дошли почти до конца с таким водителем. Это, наверное, уже некрасиво было. Извини, пожалуйста. Ой-ой-ой! Лану, держите Лану. Еще раз держите Лану и Еву теперь. Да, уже все, уже кошечка. Давайте вместо меня садитесь. Нет, Ульяна, ты что? Сиди давай на месте, мы держимся, все в порядке. Ладно. Запрыгнула Лана или нет? В смысле, я? Да, тут некуда больше. У нас нету сидушек, мы слишком мало, видимо. Ой, ладно, привет. Че, как привет. Дела? Нет, главное, чтобы просто на корабле нашем были, ребят, потому что у меня вы жестко прыгали, как будто вы. Ай! Да что такое? Так, все, он перестает рулиться. О, ребят, ну начинается. Мы все. Дошли до конца. Да, мы до конца-то дошли, но, к сожалению, я думаю, не сможем прям совсем выжить. Только не говорите, что сейчас будет волна. Ой-ой-ой, точно, ребят. Ой, ладно, Лина. Короче, все. Да все в порядке должно быть, наверное. Ёж, тарань его. Да я тараню со всех сил. Ева, один двигатель уже того. Ой, блин. А мы не сможем? А, не сможем. Блин, это можно было немножко так схитрить, но мне кажется, слушайте, а что здесь так тяжело проходить? Мне не нравится этот уровень. Мы не можем по суше дойти случайно? Нет, не получится, я пытался. Не можем, там будет водопад. Ева, ты что? Ева, Ева! Подождите! Нет, Ева, назад, вот. Нет. Я все. Блин, а. Слушайте, а у нас дела-то идут хорошо пока ну, что. Ну как тебе сказать? Ну о! Да. Так, вот сейчас только, кажется, я отвалюсь, потому что мы будем прыгать. Так, ладно, держись. Да я-то когтями держусь. Когтями вцепляйся просто, срочно. Держусь. О боже. Ай. Так, а мы выживем? Так, ладно. Оп, нормально? У меня нет ноги, но да, мы выживем. Я жива, вы представляете? Я даже не знаю, как это произошло, но я запрыгнула сюда. Ого. Ребята, я задом качусь, смотрите, вообще идеально.
И только вот один кубик пострадал. Слушайте, это классная тактика, Йоши. Ха-ха, чемпионы. Я просто одноногий Джо, я бегу, я пират. Да, у Лены кисти нет, можно этот крюк вставлять. Только попугайчика нет, к сожалению. Я буду за попугайчика. Неплохо. Так, ребят, ну мы тут собрались строить еще один корабль, а мне Йоши какой-то подарок прислал. А это да, что, это какой-то двигатель, целых три штуки, это что такое? Ну, три мощных двигателя, чтобы сейчас рулила ты. Вау! Ой, спасибо. Лёва, так, ну что, ребят, давайте какой-то жесткий, огромный корабль теперь строить для того, чтобы три двигателя вот эти вот не просто так ставились сюда. Чтобы мы собрали все вот эти вот препятствия, может, вытянутый какой-нибудь сделаем? А может быть, наоборот, такой, который на таран просто все будет брать? Ну давайте тогда огромный толстый нос сделаем, такой прям непробиваемый. Ребят, ну он у нас получается довольно широченный, просто огромный корабль, махина. Ну да, ну и очень красивый, мне нравится сочетание цветов на самом деле. Ульян, я дико извиняюсь, но вот скачешь тут, а потом смотри, что получается. Да, да, у меня то же самое сейчас чуть не, это не произошло. Да, это я поставил на тебя, типа, все убрал. Ой, пардон, ну я должна была показать и наш корабль, ну как бы все больше не буду. Да нет, все отлично. Я хочу сделать ему глазки. Вот так вот. Это будет уточка. Ух ты. Странная уточка, конечно, но да ладно. Ровно, подожди, вот сейчас будет все в порядке. Вот. Это вот клювик, а это глаза. Если вы вдруг не знали, то у утки, конечно же, клювик, а не что-то другое. В общем, да. Так, ну что, ребят, мы уже построили, как сказать, каркас нашего корабля, и я думаю, что время ставить двигатели. Я поставлю все три, главное еще хорошо их поставить. Так, вот, я думаю, вот так вот пойдет. Ого! Не, я думаю, во-первых, чуть ниже все-таки придется да? их ставить. Ну давай да. Вот так вот сейчас сделаю, ты посмотришь. Ой, одинаково получилось. Ладно, ну что, ребят, вот такая у нас утка-монстр получилась. Очень-очень, мне кажется, хорошо. Смотрите, очень красиво. Уточка чудесная, перед ней вот это вот читерское просто подобие тарана. И, в принципе, у нас тут довольно-довольно быстрая посудина, скажем так, получается. Давайте тестить, что у нас вообще выйдет. Ой, давайте. Мне очень интересно, как будут работать двигатели и, ну, насколько они сильные. Так, ну, поехали. Опа-на! Это как понимать? Они очень сильные. Это что? Это что такое, ребят? Кристальчик отвалился. Ну, ничего, он едет. Как она такая быстрая? Я не знаю. А можно мы не будем обгонять вот нашу штуку? Блин, Ульяна просто несется. А нас не тормозит тот кристалл, который там вот сзади? Вроде бы нет. Так, Ульяна, ну-ка задний ход. А, задний ход, ну давайте, хорошо. О, спокойно. Нормально, спокойно. Боже мой, это просто неуправляемая штука. Чувствую себя Шумахером просто, ну. Так, только осторожно, не заплывай, пожалуйста. Тихо. Не заплывай, да, вот в эти вот команды другие. Слушайте, может, все-таки забьем на это все дело, на нашу эту подушку безопасности и просто поедем, или будем пока за ними ехать? Давайте за ними, потому что надо с этой уткой дойти до конца. Я считаю, что она достойна этого. Вау, ребят, посмотрите на стены, это так красиво. Да, это очень круто. Я еще не видела такого уровня, кажется. Ого. Это кристаллы бабочки. Будто мы в пещере, и это все сверчки, а не кристальчики. Ну да. Давайте здесь останемся жить. Я согласна. Ну, правда, спрыгивать как-то жалко будет. Мы так дошли, уже хорошо. Ну да. Да. Ой, тут съедобно. Блин, чуть левее надо взять, чуть-чуть левее. И, кстати говоря, так, ребят, я думаю, я запускаю. Я запустил. Все, едем дальше. Да, все правильно. Так, дело в том, что если я сделаю какое-то движение, то мне очень сложно будет потом управлять. Может быть, мы как-то уже забудем об этой подушке безопасности, а вдруг она нас погубит сейчас? Ой, сейчас она нам поможет, кажется. Да. Ой, это, кажется, опять новый уровень. О, какой-то кинематограф. Клево. Ой, вот что такое? Ребят, что это? Нет! Отпустите нас! Спасите! Отдайте нам, пожалуйста. Главное, не прыгайте!
Боже, что? Фу. Так, давайте, ребят, Ульян, давай, короче, Лана... все, поехали, быстро, поехали, вперед, без а разницы. А где Лана? Лана, ты где? Я, меня выкинула. Боже мой. А почему, молотки, вообще, что они тут делают? Что происходит? Господи, Ульяна, ходу. Так, Ульян, давай, спокойно. Все, погнали, просто вперед. Я просто, ходу. Я поняла, наверное, это, знаете, это кто-то как будто бы бьет. О, кетчуп с горчичкой. Какой кошмар. Вообще жуть. Божечки. А можно я ускорю, ребят? У меня такая паника сейчас. Да, пожалуйста. Ну, давай. Ребят, а нажмите F-очки все, срочно, F. F. Это нам сейчас будет F, мне кажется. Как не помогает, да? Ай, ладно. Не особо. Ну, ладно, давай. Короче, так, спокойно, раз уже мы умираем, вот так вот давай. Будем умирать, так сказать, с песней. Не понял. Ну-ка, еще раз. Ты хотел включить музыку? Я хотел включить моторы наши. О, ребят, прикиньте. Мы летим. Так, ладно. Только не в ту сторону немножечко. Так, Ульян, немножко управляй, Ульян. Я не могу. Я могу. Можешь. Мотор у тебя остался один. Давай, поехали. Правее. Управляем вперед. Управляем летающий корабль. Это очень левее. Сложно, ребята. Давай, ты сможешь. Все, уже не сможешь. Мотор закончился. Мы все еще можем ехать. Нет? Нет. Конец. Каюк, ребят, каюк. Ну, слушайте, мы хорошо держались. Ну, так по-читерски это все дело выглядело. По-моему, да, было неплохо. Ой, а у меня даже еще бомба осталась. Я, к сожалению, ее, наверное... Вернее, не бомба, а вот замечательная пушка. Ага. Ну да, что-то... О! Тихо, ребят, держимся, нас поднимают. Нет, сейчас, смотрите, сейчас шарики засосут, да? А нет. Нет. Ребят, а может быть мы... Они нас просто долетим. Спасли. Так, подожди. Проезжай, пролетай, делай что-то. Нет, не забирай. Ты нехороший НЛО, ясно тебе? Просто отвратительнейший. Капец. А мои шарики остались, ребят? Вы можете их вручную понажимать. О, да. Да, я уже понажимала все. Точно. Это полностью, да, это вот больше некуда. Все пока хорошо. Нет, все плохо. О, хорошо. Ульян, прыгай, прыжочек. Так, Ульян, садись. О, боже мой. Так, все уже, так, да, все уселись. Ух, страшно. Эти бомбы мне совсем не нравятся. Чего они такие внезапные? Вы что? Вы мне не нравитесь. Уйдите. Нет. О! Больно. Все хорошо, пока ребят, хорошо. Все, нам каюк. Блин. Так, Ульян, предлагаю пересесть. Давай, садись на мое место. А ты, я боюсь, что пострадаешь. Нет, там не надо мне такие жертвы. Мне кажется, тут пойдет все очень непредсказуемо. Да, кстати, такой не очень и хороший уровень, поэтому ничего страшного. Возможно, видишь, я первая помру. Да, я же говорю, это очень непредсказуемый уровень. О, у меня уже нет правой руки. Так, ну это знакомо мне. Ребят, на каком вы уровне? Да на самом последнем. На последнем. Да, и где эти огромные вот камни? Ева! Нет, мы тебя не потеряем еще раз. Я стою, я держусь. Похоже, мы потеряем меня. Осталось совсем чуть-чуть. Нет, мы никого не потеряем. Спокойно. Ой, Ева, живи, пожалуйста, Ева. Я, пожалуйста, живу. Сейчас главное хорошо упасть. Да. Главное, да. Серьезно, мы будем падать? Блин, а Ульян, мы так тебе на ручки. И с удовольствием. Спокойствие! Ева, прыжочек. Ева, еще прыжочек, блин. Нет. А я допрыгала в прошлый раз. Ульян, мы с тобой выжили вдвоем только. Фух, блин, а немножко жалко Еву и Лану. Ой, ну я довольна, что моя жертва была не напрасна. Ну да, но зато вот последний жесткий корабль, он все-таки выжил. Кстати, я думала, что будет не так все хорошо. Вернее, сначала я думала, что будет просто превосходно, и мы всем составом вернемся, вернее... Придем вот сюда вот, и все будет хорошо, но потом как-то все пошло не так, как мы хотели, и в общем, но мне понравилось. Да, было здорово. Так, ну все, здесь можно уже спускаться, да. Я же теперь ты без ноги. Да, я такой пиратик теперь. Ну все, ребят, вот так вот у нас вроде получилось плюс-минус, наполовину, скажем так, успешно миссия выполнена. Так, ну что, ребят, вот такое у нас совместное строительство получилось. Мне очень понравилось, было очень интересно, и если вам тоже, то пишите в комментариях. А на этом все. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик. И всем пока. 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 Пока.